Здравствуйте, меня зовут Леонид Марантова, и я присоединяюсь к знаменитому флешмобу «Облей себя холодной водой со льдом». И я передаю эту эстафету нашему мэру города Евгению Вадимовичу Ройзману, потому что искусство должно вдохновлять, в том числе на здоровый образ жизни. А мы поможем, если он продлит, или заплатит $100. Спасибо. Сейчас я буду обливаться. Честно говоря, очень холодно, и я даже не знаю, как я это сделаю. Вот. Ну, я надеюсь, меня поддержите. Я делаю это ради здоровья, нации, и чтобы мой пример вдохновил всех остальных. Я надеюсь, вы последуете ему, здоровому образу жизни. И я думаю, что Евгений Вадимович с удовольствием поддержит наше направление. Так, сейчас у меня таз со льдом. Я на себя его вылью. Мне жутко страшно и жутко холодно. Если я начну кричать, вы не пугаетесь. Раз.